60 миллионов Хакасии придется заплатить за ремонт очистных сооружений в Усть-Абакане. Они самые крупные в республике и принимают сточные воды Абакана, Черногорска, Усть-Абакана, а также из сел Зеленый и Рассвет. Хакресводоканал хочет поставить новое энергосберегающее оборудование. С ним станция должна работать бесперебойно. А еще на той трубе, с которой очистные сливают воду, в рыбохозяйственный водоем наконец появится счетчик. Такого масштабного ремонта тут не было с 70-х годов.